Сегодня в Тюменской области вступили в силу дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. Они будут действовать по 15 января. Итак, для людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями, вводится режим обязательной самоизоляции. Заведениям общественного питания запрещено обслуживать посетителей в залах с 23 часов до 6 утра. Лицам, не достигшим 18-летия, вход в торгово-развлекательные центры разрешен только в сопровождении родителей или иных законных представителей.